Приветствую вас на канале, в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Продолжаем с небольшой паузой нашу рубрику «Таро гороскоп». И сейчас мы с вами говорим о водолеях. Очень я ждала, когда мы таки доберемся до водолеев. Не могла я просто кого-то перескочить, потому что это было бы неправильно, несправедливо, да? Но о водолеях интересно поговорить. А почему? А потому что, как известно, наш президент Владимир Зеленский, он водолей. И очень интересно на ярких личностях сравнить, насколько они соответствуют своему гороскопу. Да? А кто же еще из известных личностей водолеи? Ну, из того, что я так быстренько, так в два скачка увидела, это Антон Чехов, водолей. Ельцин, водолей, Тина Кароль, водолей, Ванга, предсказательница, да, известная, водолеем была, кстати, кто там у нас еще, Шакира, по-моему, тоже водолей, ну, кто по музыке, да, кто в ту сторону, вот она тоже водолей. Можете добавить, кто еще из известных водолей, напишите в комментарии, а мы посмотрим, похожи ли они на характеристику знака. Итак, водолеи. Какие же они, эти таинственные водолеи? Поехали. Водолей – человек, одаренный от Бога. Водолеи талантливы по праву рождения даже. Как правило, они опережают свое время. Они новаторы, они экспериментаторы, они изобретатели, они фантазеры. Они хватаются сразу за разные идеи. Им бывает сложно доводить их до конца. Но то, что они искренне хотят все сделать, воплотить, за все берутся, искренне, честно, вот прям вот хотят мира во всем мире и всем людям добра, да, хотят помочь всем, спасти весь мир, но не всегда у них хватает на это терпения и выдержки. Водолей такой идейный лидер, но уже доделывать приходится кому-то еще за водолеями, да, потому что водолей, его задача придумать, а уже делать будет кто-то еще, вот такой водолей. Но кому-то же нужно идеи толкать, да, в конце концов, не каждый знак может это сделать. Водолеи с идеями дружат прекрасно. У водолеев очень развита интуиция. Развита она такая, знаете, животная, природная интуиция. У них очень хорошо развита чуйка, прям вот такая. У них яркий темперамент. Они бывают внешне очень интересны, интеллектуальны. Такие, знаете, такая внутренняя интеллигентность. И очень независимый знак. Управлять водолеем очень сложно. Где сядешь, там и слезешь с водолея. Это еще те водолеи. Всегда творческие, всегда оптимистично так настроены, такие оптимисты, весельчаки. Они, знаете, импульсивны бывают, бывают горячие, но не переходят в жесткость или жестокость. Знаете, такие вот они люди более позитивные, они всегда позитивные, но очень твердо держат свою позицию, независимость, да. И вот, как бы, с ними, знаете, не сильно-то на них можно покататься. Хотя они всегда приходят на помощь, и такие, знаете, классные друзья, они заводилы, организаторы. Ну, интересный знак. Если бы еще им чуть больше концентрации и твердости в достижении своих целей, они были бы просто непревзойденными. Ну вот здесь им нужны всегда, знаете, так партнеры, которые, вот типа тельцов, которые будут делать то, что водолеи придумали. Вот. А придумывать водолеи могут. Вот такой знак интересный. Давайте посмотрим, что ждет водолеев в апреле. Что ждет водолеев в апреле? Поехали. Так, водолеи. Ответственный такой расклад, ответственный, потому что, да, это же у нас
Владимир Александрович. Посмотрим, что его ждет тоже. Но надеюсь, что хороший. Надеюсь, что хороший будет расклад. Очень хочется надеяться. Так. Ну что? Ну, неоднозначный расклад. Надеюсь, что все-таки... ну, Водолей справится в этом месяце. Итак, поехали. Показываю карты. И рассказываю. Итак. Водолеи много работают, они уже очень много сделали и продолжают работать в апреле и ждут, ждут результатов сделанного, ждут результатов своего труда. Уже скоро мы, водолеи, увидят результаты своего труда. Они это, ну, они это, апрель не первый месяц, да, когда они начинают. Апрель – это месяц, когда уже много сделано, продолжается работа и есть ожидание результатов. Вероятно, с большой долей вероятности результаты будут положительные. Мир – это благополучное окончание. Все-таки, да, благополучное, правильно, долгожданное, желанное окончание задуманного, сделанного водолеями раньше. Карта «Девяточка жезлов» говорит о том, что водолеи смогут в апреле отстоять свои позиции и свои интересы. Даже если перед этим предшествовала серьезная борьба все-таки. Но апрель им благоволит, и они смогут отстоять задуманное. Свои интересы, свои жизни, свои какие-то идеи, да, вот все, за что они сражались. Дьявол. Дьявол говорит о том, что нужно быть все-таки осторожными, что могут воспользоваться их вот этой импульсивностью, могут быть моменты обмана, коварные такие какие-то подленькие такие вещи, и нужно быть начеку, в окружении могут быть подлые люди, в замыслах против водолеев могут быть подлые такие вещи, коварные, и все-таки нужно быть водолеем очень внимательными, и очень тщательно фильтровать окружение и события в своей жизни в апреле месяце. Жезлы. Туз жезлов. Туз жезлов – прекрасная карта. Это труд, работа, идея, новые перспективы. Водолеи сильны, как никогда, энергичны. Они не просто придумывают, они в апреле воплощают. То есть время придумывать прошло, сейчас время воплощения. Активно водолеи занимаются работой, воплощением идей своих, которые были до апреля, раньше. И главная карта, хорошо, что я ее достала, посмотрите, она все-таки искренне хочется, чтобы у всех водолеев апрель был классный, когда все получилось, карта солнца. Все получится у вас, водолеи, все получится, вы под солнцем, для вас очень позитивный, в конце концов, месяц, несмотря на то, что вам придется и бороться, и какие-то коварные будут против вас замыслы, ну, смотрите, солнце все осветит, всех согреет, любой лед растопит, и все коварные замыслы будут освещены солнцем, и вам все удастся. Я думаю, водолеи, для вас это удачный месяц. Все ваши планы должны воплощаться, и ожидание результатов будет все-таки положительным. Вы увидите результаты своих трудов и добьетесь своих целей. Вперед, водолеи! Вы прекрасны, вы украшение этого мира. Без таких, как вы, земной шар бы остановился. Вы прям вот двигатели прогресса. Двигайте нас, пожалуйста, водолеи, двигайте. Не дайте нам вот загрузнуть в болоте. Движение – это жизнь. Водолеи, вам респект и удачи. И в апреле, и вообще по жизни. Приходите в гости, всегда вам рада. Пока-пока.